Раз. Здравствуйте, друзья. Нас сегодня много. Вот вижу тельняшки, вижу. Спасибо большое, что пришли на наш... поучаствовать в нашей репетиции. Надеюсь, мы вас сегодня завлечем в наш музыкальный мир. Мир авторской музыки нашей. Иногда джазовой, иногда не очень. Так что, в общем, слушайте и наслаждайтесь. Тишина – лучшая музыка. У нас пауза. Thank you.
Хочу представить тех, кто сегодня на сцене. Это Дмитрий Славский, барабаны. Александр Бакунин, бас, гитара. И композиция. В принципе, у всех можно добавить композицию. Потому что многие вещи рождаются именно здесь и сейчас. И мы даже сами не знали, что вот так вот будем играть, оказывается. Так часто бывает. Репетируем. И все равно со слухами.
Следующая композиция называется «Так просто». В смысле, она называется «Так просто». So easy. То есть просто так. Thank you.
Все. Мало? Сейчас будет еще. Я хочу обязательно, кто не знает, представить в отдалении сидящего человека. Обернитесь, пожалуйста. Вы видите эту монументальную фигуру? Это мой папа. Браво! Спасибо вам! А гены? А гены? Где я? Гены. Так вот, насчет гена Чебураша. Сейчас мы сыграем композицию, которая называется «Папа пришел» и посвящена приходу моего папы. Не важно куда, не важно зачем, не важно откуда, просто папа пришел. Начинает Александр Бакунин. Thank you.
Спасибо большое. Наконец-то папа пришел. Спасибо тебе, папа. Если бы ты не пришел, не было бы этой музыки. Нет, Татьяна, мы сыграем не самбу, мы сыграем композицию, которая называется «Течение реки». Ну, в принципе, река – это как и жизнь. Значит, течение жизни. Во как. Неожиданно. Thank you.
Спасибо. Вот такое течение реки. Похоже? Ну, а теперь по заявкам зрителей, по совету друзей, я приобрел автомобиль «Москвич». Последний. Самбо жизни. Thank you.
Спасибо. А тебе и так все знают, да? Да, я Армен Грабов. Очень приятно. Следующая композиция называется «Баллада о любви». Это песня, которая, вернее, эта композиция стала песней, когда моя супруга написала слова, и получилась пьеса. Девчонки, не оставляйте нас, нас тут так мало. Сейчас как раз песня для девочек. А вы уходите. Не обещали. В общем, баллада о любви.
Спасибо. А на эту композицию еще есть слова, которые написала моя супруга на русском языке, и это у нас получилась одна из композиций нашей программы «Джаз на русском». Я постигаю за тобой. Тогда мы вам сыграем еще один шедевр. Еще раз. А еще? Он еще лучше. А еще? Ну теперь мажор. Все, я ушел. Приснится? Следующая композиция называется «Очень весело. Грустница». Thank you.
спасибо. Это была веселая композиция «Грустница». Алексей Белов. Следующая композиция, мы к ней ответственно подходим, потому что мы решили замахнуться на святое. На нашего, так сказать. Вильяма Шекспир. На самом деле Шуман. Шуман «Грёзы». Многим известна эта композиция, она очень красивая. Звучит она примерно так.
Ну и как-то где-то в заключение нашего концерта мы сыграем веселую, единственную будет композицию, принадлежащая не нам, а великому, рано ушедшему от нас в 36 лет всего лишь, Мишелю Петручани. Недавно, кстати, был день памяти его, 6 января. Кто не знает, это великолепный был пианист. Он меня многому научил. Не лично, а его игра. Его композиция называется «Маленькая мелодия в до мажоре». Thank you.
До встречи на будущих концертах.